Здравствуйте, уважаемые зрители. Вот, наконец-то, пришла нам ручка Hero 359. Вот такой вот наборчик. Это, значит, сама ручка и три грип-секции, в которых разные по мягкости, скажем так, перья. Это EF, F и M. И, собственно, колпачок и 8 контейнеров. Приходит она вот в такой вот упаковочке. Шла она 12 дней, достаточно быстро. Я тут уже ее вскрыл. Стоимость 529 рублей на тот момент, когда я ее покупал. Все полностью написано на китайском языке. Специально для военных здесь вот написано, что здесь за перья лежат, что за грип-секция. Это M, F, EF, как я вам и говорил. И 8 картриджей, собственно. На обратной стороне ничего не понятно для русского человека, но мы понимаем, что тут написаны некие характеристики. Кстати, ручка абсолютно такая же, как и все эти ручки Hero 359, как, например, вот эта ручка моя, которую мы уже обозревали. Кому интересно, тот может обратиться по ссылке под видео, где полный обзор этой ручки. Кстати, вот уже сколько я уже убеждаюсь, очень похожа эта ручка на ручку Lamy и достаточно качественно. Ну, пока не будем забегать вперед, поскольку нас ждет сравнение, битва ручек Lamy подобных и, собственно, фирменной ручки Lamy по качеству, по написанию и прочим характеристикам. Я уже вскрыл эту упаковку, поэтому сейчас просто достану. И мы попробуем что-нибудь написать, потому что характеристики мы уже не будем смотреть. Колпачок, одна грип-секция, вторая и ручка сама. Так, картриджи доставать не буду, поскольку у нас есть картридж, который мы используем. Пусть будут на запас. Итак, ручка Hero 359, очень похожа на Lamy. Значит, ручка идет с коллектором изначально. Коллектор очень легко удаляется. И, собственно, уже по диаметру самого коллектора я вижу, что здесь подходят фирменные картриджи Lamy. И можно наоборот, наверное. От китайской ручки подходит к фирменной ручке Lamy. Что мы видим? Это вот грип-секция с пером EF. Собственно, ультратонкая. Это грип-секция с пером F, просто тонкая. И это ручка с грип-секцией с пером M, то есть средняя. Сейчас мы попробуем, как они пишут. Я тут как раз нашел такое некоторое стихотворение, которое мы запишем и сравним по толщине, по нажиму. И теперь вставим мы картридж от ручки Hero, от которой уже был вставлен картридж. Ну, ручка стандартная. Здесь на самом колпачке написано Hero. Здесь логотип на колпачке и клипса, собственно, очень жесткая. Похожа, опять же, на Lamy. Но это китайская. Но я вам скажу, качество вот абсолютно сравнимо с этой ручкой Lamy. Ладно, начнем с тонкого пера. Итак, ручка Hero 359. Напоминаю, что это перо EF. Напишем что-нибудь.
Так, теперь меняем грипп-секцию на просто тонкое. Это напоминает тонкое перо. Перед этим было ультратонкое. Далее меняем следующую секцию на секцию размером пера М, то есть средние. Их письмо будет сразу и быстро. А тут вот, когда совершенно новое, очень вот такие есть моменты. Итак, перо М. Ну, не удержался уже. Уже. Ну что, мое мнение по этой ручке, что вам скажу, ручка достаточно качественная для этой ценовой категории, ручка очень по характеристикам похожа на, собственно, копию, с которой ее делают, скорее всего, в сламе, тем не менее, она гораздо дешевле, практически 529, ну, да, та стоила 2000, ну, в три раза дешевле она практически.
или в 4 даже. Вот. Больше всего мне понравилось перо толщиной М, но это мое личное мнение, потому что оно помягче, пишет практически, вот даже по звуку слышно, очень тонко, вернее не тонко, а пишет мягко, пишет по толщине она, конечно, жирнее. Но вот найти отличие между М, ЕФ и F очень сложно. Видимо, это вот на уровне, наверное, каких-то инстинктов уже происходит. Тем не менее, кому интересна сама такая ручка, смотрите обзор, ссылка под видео. Такой набор, наверное, покупать выгодно, потому что тут есть уже разные перья, и достаточно универсальные они. Считайте, что у вас сразу вы купили 3 такие ручки, плюс 8 еще картриджей для заправки этих ручек. А мы сейчас вернемся в исходное положение. На этом обзор, мини-обзор этой ручки закончен. Всем удачи, счастья и до новых встреч!